Дух молодых ребят не сломил дождь и ветер. Принимая вызов ненастной погоды, активисты движения первых произнесли клятву. С этой минуты они не просто школьники и студенты, а хранители истории. К одноименному федеральному проекту подключились 400 парней и девушек с разных уголков области. В знак верности избранному пути их грудь украсили знаки отличия. Это стало первым элементом праздничной программы, которую продолжили на площадке Дворца творчества детей и молодежи. Мы провели конкурсный отбор на выявление лучших хранителей истории. Это ребята средних учебных заведений и общеобразовательных организаций. То есть те, кто уже сейчас хранят историю на территории Ульяновской области. А именно, кто готов работать в архивах, ухаживать за памятниками, помогать ветеранам. За этими ребятами будущее великой страны. Многие уже не первый год включены в актив школ и других учебных заведений. Неподдельный интерес к фактам доказывает, молодежь стремится сохранить историческое наследие Родины. Начиная с первого класса, вместе с нашим классным руководителем мы ведем активную социальную деятельность и участвуем в различных конкурсах. Но уже на протяжении 10 лет мы выигрываем в различных конкурсах и, скажем так, представляем нашу школу на различных мероприятиях. За время патриотического слета ребята смогут прокачать свои знания в разных направлениях, научатся работать с историческими документами и нести почетный караул, узнают, как устроено оружие, и даже опробуют его в цифровом формате. Полученный опыт активисты передадут сверстникам, поделятся эмоциями. В этом главный посыл проекта. Любить свою родину, чтить ее память и передавать историю из поколения в поколение – это большая честь для нас. Ну, мало того, что сверстникам буду рассказывать, я думаю, что договорюсь с преподавателями и, может быть, расскажу что-нибудь и более младшему поколению. Без знания как мировой истории, так и истории своего государства, человечество не может построить качественно свое будущее. Всероссийский форум «Хранители истории» – один из флагманских проектов движения первых. Идея родилась 15 апреля этого года. И уже сейчас проект объединяет больше 15 тысяч детей и подростков по всей стране, которые неравнодушны к истории России и готовы сохранять историческое наследие. Александра Никитина и Олег Тоньшин. Ул. Правда. ТВ.